Сейчас я тебе покажу футболку, разрисованную мною много лет назад. Не знаю, видно было или нет. Сейчас пойду рисовать. My mother saved me. Aggressive. Anti my art. Потому что на подоконнике ее рисовать. Там немножко пыли, и она это ненавидит. Я попробую газетами там проложить и еще всем, чем можно проложить. Еще возьму штатив и буду снимать. И выложу сразу видео. У меня есть видео этих предыдущих пейзажей по готике. Но они в перевернутом виде. Я не знаю, как вы сможете смотреть. И они очень много занимают места. К сожалению, этот фотик быстро разряжается. Хотя стоит дофига. Если кто-то может купить картину, я почтой СНГ в конверте привезу небольшой рисунок. Пейзаж какой-нибудь мрачный, или светлый, или по готике. Вчера я делал self-harm себе после того, как нарисовал пейзаж. Я никого не призываю. Сейчас... Как вы видите, все против. Единственное, кому нравится мой пейзаж, это дикарю. И еще 6 людям. Они не живут в моем городе, это точно. Моим родителям. Они обычные русские люди. Их не воспитали, что искусство это... Другую народность воспитали, что искусство это нечто крутое, но у меня все родители обычные русские. Правда, моя бабушка говорит, что она левша, может быть, у нее есть какая-то вот примесь. Только вот она нифига не занимается искусством, но она одержима демонами, не бесами, а настоящим демоном, мне кажется. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ладно. Смотрите, как смешно. Это закутан. Смотри. Я закутан. У меня нет желания вообще играть в компьютер. А когда ты в жизни что-то делаешь здесь жизнь тебя всегда наказывает. Рисуешь что-нибудь красивое, пейзаж, там тебя наказывают жесточайшим образом. Дома рисуешь, тебя тоже ругают и так далее. Хотя я в саду работаю. Ладно. Попробую нарисовать еще пейзажи, пойду домой. На подоконнике нарисую. Здесь просто мало места очень у меня.